Шеф-повар Максим Григорьев. Бананово-апельсиновое желе. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления вкусного, полезного и красивого десерта, который придется, кстати, на любом торжестве и домашнем празднике. Готовить его очень просто, главное дать каждому слою схватиться в холодильнике перед добавлением нового. Количество сахара регулируйте на свой вкус. Желе можно приготовить и в силиконовых порционных формочках или одной большой. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты – апельсиновое желе. Апельсин 2 штуки. Сахар 1 столовая ложка. Ингредиенты – вишневое желе. Апельсин 2 штуки. Сахар 1 столовая ложка. Вода кипяченая 1 ст. Желе 0,5 пакетков. Ингредиенты – банановое желе. Апельсин 2 штуки. Сахар 1 столовая ложка. Вода кипяченая 1 ст. Желе 0,5 пакетков. Бананы 1 штука. Вода кипяченая 150 мл. Желатин 10 грамм. Сахар 2 столовые ложки. Банановое желе. Сметана 4 столовые ложки. Шаг 1. Для приготовления нам понадобится банан, сахар, сметана, желе вишневое, вода кипяченая, желатин и апельсины. Шаг 2. Желатин размешайте в холодной кипяченой воде, оставьте до набухания. Банан очистите от кожуры и порежьте. Шаг 3. Взбейте в блендере до однородной массы банан, сметану и сахар. Шаг 4. Желатин нагрейте и размешайте, добавьте 1/2 к банановой смеси и взбейте. Шаг 5. 2/3 бананового желе разлейте по креманкам или бокалам. Оставьте в холодильнике до застывания. Шаг 6. Вишневое желе приготовьте по инструкции, залейте горячей кипяченой водой, размешайте и оставьте остывать. Шаг 7. На застывшее банановое желе налейте вишневое желе. Шаг 8. Чтобы получить интересный рисунок, наклоните бокал и оставьте в таком положении в холодильнике до застывания. Шаг 9. Когда вишневое желе застынет, прослоите банановым и снова уберите до застывания в холодильник, снова наклонив бокалы на бок. Шаг 10. Из апельсинов отожмите сок, процедите, добавьте сахар и размешайте. Снова разогрейте до теплого состояния желатин и размешайте в апельсиновом соке. Залейте апельсиновым желе бокалы и уберите до застывания последнего слоя. Шаг 11. Наш десерт готов. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.